Всем привет, друзья. Я быстренько записываю, и сейчас мы его будем хуярить. Блять. Вот этого Анила, походу. Походу, это Анил. Да, да, это Анил. Ну, давай-ка, давай-ка. Вот так вот, на, получи. Умничка, Мэри. Ну, я умничка-то. А ты, блядь, не умничка. Ты, блядь, лох. Ты понял, блядь? И шо он, блядь, мне? Как будто что-то сделал. На, получи. Да, ты меня, бабуля, колотила больнее. Больнее? В этот раз я тебя прикончу. Да ты меня, блядь, посмотри. Это посмотри все... на себя, лох, блядь. И на меня. Кто, блядь, лучше? Конечно же, я. Здесь нечего сравнивать. Ну, мы, конечно, его накажем. Мы, конечно же, его накажем, этого ублюдка. В этот раз я не буду нервничать. Так я тоже не буду, как видишь. Я... Вот, и все. И свою фирменную порцию. И свою фирменную порцию делаю. Комбо ударов. Раз, раз. И, конечно же, раз. Вот так вот. Все. Получи. Все, блядь. И мы выиграли. Боже, из чего ты сделал? Малышка, ну же, постарайся. Так, и мне его еще раз придется ебашить. Ну, нам это труда не составит. Мы его накажем, как следует. Чтоб больше, блядь, вот как говорится, блядь, на меня не пиздил. Вот так вот. Ну давай уже. Ты, блядь, у них. Вот так вот. Меня учили, как надо правильно, так что давай ты. Ну давай, покажи что-то. Покажи, ну что-то. Что-то, что-то. Вот, раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Два, два, два. Вот так вот. Ой-ой-ой. Что делает? Нож достал. Блядь, барыга нахуй. Ты, блядь, барыга, я тебе говорю. Парень. Вот и все, и мы его убили. Прикольненько, блять, будет знать. Я вам говорю, все будет обошлось. Знать. Никто не узнал, чья это работа. О, прикольненько, хорошо. Я его устроил так, что меня перевели к нему в камеру. Очень хорошо. Номер люкс. У него скажи, камера люкс. Жизнь налаживалась. Прикольно. Да, Вито, что ты будешь делать, когда выберешься из этой дыры? Я не знаю. Одно скажу, точно не буду работать на Клементе. Да уж, лучше тебе забыть про этого старого ублюдка. Поверь мне. Ни хрена себе у него камерка. Паскуда. Блин, прикольненько. Этого он нанял только затем. Конечно, камерка у него такая. Люкс. Вип. Ну не бойся. Вип камера, блядь. Он свое получит. Брать в семью за деньги, как тебе предложили, это не по правилам. Сейчас будем кушать. Ему придется дать объяснение. Яички жаренькие. Кому? Я думал, Клементе, босс. Видимо, ты вообще не представляешь, как все устроено. Видишь ли, в Empire Bay не одна семья. Их три. Каждая контролирует свою территорию. Существует система правил. Если возникают разногласия, то боссы всех семей встречаются, чтобы разобраться. Это комиссия. Круто. Понятно, они что спасибо. Делают? Комиссия. Нет-нет-нет, да. Ничего подобного. Ты молод, умен и доказал, что умеешь молчать. Конечно. Такие парни всем нужны, ни одному Клементе. Да, но я даже не знаю, кто есть кроме него. Кроме Клементе, есть еще два босса. Один Карлос Конне. Второй Фрэнк Винчи. Карло молод и честолюбив. Да псих он двинутый. Он из молодых. А вот Дон Винчи человек чести. Уважает старые законы. Вы их знаете? Можно и так сказать. Я консильери Фрэнка Винчи. А ты думал, любой старичок все это может? Да, кстати, Вито, я выйду через пару месяцев, и тогда мы постараемся немного изменить твой приговор. Пепе, иди, попробуй. Вот. Они мне помогут, короче.
Прикольненько, спасибочки большое. Я-то с радостью. Но вип-камерка у меня есть. Мне-то неплохо, семья Винчи возглавляет Фрэнк. Винчи, Фрэнк, непреклонные традиции. Блять, мне вообще прочитать не дали. Глава 7. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Но 5 глава это вот то, я правильно, памяти Франческо Потенца. Это правильно, я говорил, что глава 5, которую я не записал, то было, где мы грохнули толстяка. А 6 глава была, когда мы в тюрьму отправились. А вот это уже 7 глава. Глава 7. Empire Bay. 10 апреля 51 года уже. Так, подожди-ка. 45-й, это что, я 6 лет просидел? Прикольненько так. Глава 7. Это хорошо, глава 7. Галант не соврал. Он устроил так, подожди-ка, что я вышел на свободу пораньше. Почти что на 4 года. Нифига себе, я уже вышел. Я уже вышел, друзья. Он обещал меня и как-то пытался приносить новости с войны. Блин, классно, друзья, я уже вышел. Я оказался прикольно в новом мире. Вот, смотрите, это новый мир. Видите, здесь уже классно. И нету зимы. Блин, не зима уже, а лето. Это намного лучше. Блин, прикольненько. Мы на этом с вами заканчиваем, друзья. Все-таки прикольно, что я вышел, блин. Класс. Мы на этом с вами заканчиваем, друзья. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте мое видео, смотрите, все что угодно. Всем пока, до встречи, друзья. Пока, друзья.